Наверное, да. Она немножечко попищала, когда мы только сели в машинку. А сейчас ей, видимо, жарко, да. И она вот лежит в коробочке. Анюша, вот она, хорошая девочка. Жарко ей, да, жарко, жарко. Жарко, девочки, панечки, жарко. Ну, ничего, доедем. Может, на ручки как-нибудь возьмем. Не волнуйся, все хорошо. Вот там Милочка едет. Вон она, Милочка. Вот, да, вот тут у нас живность едет. Это вот так вот мы едем в коробке. В коробке? Вот. Вот так мы едем на маминых ручках, да? Прямо один километр 500 метров. Папа, у нас как дрова везет. Фанина, да? Где-то в поле, да? Первая прогулка, да? Это мы едем из Анапы и вышли погулять, да? Потому что уже в машинке тяжело сидеть, тут нет других собачек, здесь никого нет. Здесь только поля. Вот, как красиво. Где-то мы на пути в Москве. За 3 часа нам еще до Москвы ехать. Фани, не ходи туда, к колючке. Фани, иди сюда. Фани, Фани, Фани. Иди к маме, к маме, к маме. Ай, ты моя хорошая. Ай, как гулять тебе нравится. Ай, как гулять Фанечке нравится. Она бегает. Фани, не убегай далеко. Не убегай. Иди сюда, к маме. Фани. Фани, 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 куда ускакала? Стрекоза. Сейчас убежишь в поле, я тебя потеряю. И будешь здесь жить вместе с зайцами. Посмотри, видишь здесь какие колючки. Куда ты убежал? Фани первый раз погуляла. И все свои дела сделала. А вот там наша машинка с папой.